Международное агентство S&P изменило прогноз рейтинга российской группы компаний «Пионер» со стабильного на позитивный. Долгосрочный кредитный рейтинг застройщика подтвержден на уровне B-. S&P пересмотрели прогноз рейтинга, так как группа компаний «Пионер» увеличила масштабы бизнеса. Эксперты также отмечают, что девелопер улучшил ликвидность, снизил стоимость долга и обеспечил необходимое финансирование для поддержки роста бизнеса. Сейчас в портфеле застройщика 2 миллиона квадратных метров недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. В 2017 году в строящихся объектах группа компаний «Пионер» продала 140 тысяч квадратных метров на сумму 21 миллиард рублей. Рейтинговое агентство считает, что в этом году продажи увеличатся на фоне запуска проектов ЖК «Лайф Кутузовский», новых этапов строительства ЖК «Лайф Ботанический сад», а также других крупных проектов.